Год в заточении. Тихонечко поглядывал на кошечек, все живет. Инвалид-колясочник не может выйти на улицу из-за отсутствия пандуса. По соседству с тараканами. Проблемы существуют уже касательно давно. Жители десятков нижнекамских домов атаковали насекомые. Дым коромыслом. Горелый жир. Он там уже он оседает на углях. Жительница Гагарина 35 жалуется на шаурмичную. 80 лет подвигу. Это личный дневник Никиты Фадеевича Каймана, который он вел во время оборонительных боев. Нижнекамцы почтили память земляка Никиты Кайманова. Сплав на байдарках. Один из способов борьбы с пандемией. В Нижнекамском районе может появиться новый туристический маршрут. Об этом и не только прямо сейчас. В прямом эфире «Нижнекамские новости» в студии Вера Вирц. Здравствуйте. Уже год сидит в заточении. Инвалид-колясочник не может выйти на улицу. А все потому, что в пятиэтажке в селе Большое Афанасово отсутствует пандус. Единственная возможность подышать свежим воздухом – это балкон. Дверку открываю. Вот. Вот так тихонечко беру тоже эту доску. С внешним миром 64-летнюю Анну Гуреву связывает только эта доска. На улицу она выйти не может. Балкон – единственная возможность подышать свежим воздухом. И вот так вот тихонечко поглядываю на кошечек, сижу вот тихонечко вот. В заточении в селе Большое Афанасово она живет уже год. Пришлось переехать из Заинска поближе к сестре. Ног пенсионерка лишилась в 2018 году после перелома шейки бедра. Продукты приносит внук, с хозяйством справляется сама. Вырваться из трехкомнатной клетки мешает только отсутствие пандуса. Хорошо бы. Я бы потихонечку сама бы. Там тоже приступчик плохой. Все равно бетонку бы сделали тихонечко бы, это самое, но чтобы я сама выходила. От одиночества спасает друг, который тоже является инвалидом первой группы. Но в отличие от подруги, с трудом, но все же он выходит на улицу. Такая жизнь у нас инвалидная. Я... Ну, ты это поднимаешь, пускаешь. А, поднимаешь, хорошо поднимаешь и пускаешь. А это подруга моя ходит, а не может спуститься. Я хотел бы спуститься, погуляли бы с ней. Анна Владимировна свою квартиру на втором этаже покидает очень редко. И то преодолеть эти ступеньки ей помогают родственники. Но если бы здесь был бы установлен пандус, то бабушка выходила бы на улицу гораздо чаще. В администрации Афанасовского сельского поселения до сегодня об инвалидах, проживающих на Соболиковской 5, ничего не знали. Если бы новые жители заявили о своих проблемах раньше, то вопрос давно бы решили, пояснил глава. И пообещал, скоро долгожданный пандус в доме появится. Вера Муратова, Евгений Лызаев, новости НТР. Удар пришелся прямо в артерию. Потерпевший умер в больнице от потери крови. В Нижнекамском городском суде продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении нижнекамки, которая в феврале этого года в ходе ссоры убила своего сожителя. Женщина нанесла ему ножом один удар в предплечье, другой пришелся в область паха. Сегодня прошел очередной допрос свидетелей. Адвокат будет добиваться переквалификации статьи с убийства на превышение допустимой обороны. Полгода подсудимая находится под стражей. Удастся ли матери двоих детей смягчить наказание, станет известно по окончанию суда. Делить жилплощадь вынуждены с тараканами. Их очень много в квартирах и подъезде. Именно с такой жалобой обратились жители дома 8А по проспекту Строителей. По словам жильцов, эта проблема существует не первый год. И как нам удалось выяснить, от нашествия насекомых страдают жители десятка домов. Жень, отойди. Тараканы бегут в рассыпную. Зрелище не из приятных. Эту любительскую запись выложили в интернет жители Строителей 8. Для них это последний шанс быть услышанными. Ведь проблема с тараканами есть и в доме. А тараканов у вас в доме много? И клопов. Конечно, люди пытались бороться с нежелательными соседями. Использовали различные средства, нанимали специалистов. Однако победителями в этой схватке все равно оказывались неприятные насекомые. Ну, проблемы существуют уже касательно давно. Время от времени, конечно, травят, вызываются на инспекцию. А так не особо помогает. А в квартирах есть они? Есть. В коридоре вообще бегают.
Как нам удалось узнать, ежедневно специалисты получают десятки заявок на проведение дезинсекции. Причем жалобы поступают не только от жителей старых микрорайонов. Получается, сейчас это одна из острых проблем в Нижнекамске. По словам специалистов, эти насекомые – переносчики опасных инфекционных заболеваний. Контакт с ними для человека вполне может закончиться на больничной койке. Айрат Зарипов, Булат Абдульманов, новости НТР. Если у вас есть новость, важная или интересная информация, ждем ваших звонков на номер 400770. Напишите нам через сайт ntr-24.ru или по WhatsApp на номер 8-917-93-73-077. Автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево. Рядом с поселком Нижнее Афанасово произошло ДТП, в результате которого пострадало два человека – 33-летний водитель и 32-летний пассажир. Они оба получили травмы и были доставлены в больницу. Как рассказали очевидцы, скорее всего, водитель легкового автомобиля «Тойота» не смог справиться с управлением. Авария произошла на крутом повороте. Из-за высокой скорости машину занесло. Что стало истинной причиной аварии, сейчас предстоит разобраться сотрудникам ГИБДД. В квартире нечем дышать из-за дыма. Жительница Гагарина, 35, жалуется на шаурмичную. Заведение открылось через дорогу в феврале этого года. Сначала там громко делали ремонт, ну а теперь точка общепита отравляет жизнь запахами. В ситуации разбиралась Вера Муратова. Сегодня начали разжигать и готовить на мангалах мясо в районе начала с 12-10-15 минут было и закончили где-то без пяти, наверное, час. Дым сегодня снова стоял коромыслом, и так происходит уже на протяжении нескольких месяцев. Только в июне сигнализировать в различные инстанции Нижнекамке пришлось 10 раз. Зоя Щепина ведет борьбу с точкой общепита с момента ее открытия. Во время готовки мяса на открытом огне в ее квартире на четвертом этаже не продохнуть, говорит она. Вот это вот запах этого удушающего газа, можно сказать, потому что когда мясо перерабатывает, он уже превращается в канцерогенный. Это горелый жир. Он там уже он оседает на углях. Это все поднимается вверх. И окна открытые, они попадают в квартиру. Даже закрытые окна тоже попадают. Дышать совершенно нечем. Если я страдаю астматическим заболеванием, мне это противопоказано. У меня мама инвалид первой группы, она лежит. Она задыхается от этого газа. Просто она сказать не может, у нее текут слезы. От дыма не спасает даже расстояние. Шаурмичная находится через дорогу. Зоя Щепина обращалась в МЧС, Роспотребнадзор, полицию и даже сообщила о неприятном соседстве президенту России. Но пока результата нет. Готовить мясо на открытом огне там продолжают. Дым мешает также жителям соседнего 44-го дома. Общались мы с начальником полиции. Он обещал мне посмотреть все видеокамеры, которые есть на остановочном комплексе, подтверждение того, что на самом деле фактически они разжигают открытый огонь, можно сказать, самом внутри этого павильона. Только сегодня представители шаурмичной, сопоставив факты, поняли, почему участились проверки. О том, что заведение приносит жильцам столько хлопот, слышат впервые. Топор войны решили зарыть сразу. Пообещали, разводить огонь больше не будут. На углях больше не будем делать, да, уже знаю я поэтому это поводу. На углях больше не будем жариться. Только на электрике. На аппарате. Больше не будет запаха. Сегодня Зоя Щепина получила ответ из УВД. Там пояснили, что обращение они перенаправили в Роспотребнадзор. В течение месяца специалисты должны провести проверку и уже после принять решение о дальнейшей судьбе шаурмичной. Вера Муратова, Евгений Лызаев, новости НТР. В Татарстане запретили проводить массовые мероприятия без разрешения оперштаба по борьбе с коронавирусом. Соответствующее поручение дал президент Рустам Миниханов. Новый запрет был принят из-за роста заболеваемости. Так, в сравнении с маем случаев ковида на 14% больше. Полный запрет на массовые мероприятия в Татарстане пока не рассматривают. Поэтому во избежание введения жестких ограничений татарстанцам следует соблюдать масочный режим. И главное условие – массовые мероприятия, которые получат разрешение от оперштаба, должны проходить в соответствии со всеми антиковидными мерами.
Снега летом больше не увидят. Практически круглый год на территории Ледового дворца лежали огромные сугробы. Они появлялись после уборки спортивной арены. Но скоро там заработает льдоплавильная установка. Подробности узнавал Александр Халин. Работы, конечно, еще не завершены, но плюсы снегоплавительной установки уже видны. Главный из них – больше не будет никаких огромных куч снега на прилегающей территории. Ежегодно, особенно летом, они становились настоящей головной болью для местных жителей. Были жалобы, поступались, то, что снег тает, постоянные лужи. В общем, сейчас такое, благодаря этому проекту эти проблемы мы решим в первую очередь. Да, и также это благоприятно скажется на качестве льда, потому что мы отсекаем тем самым поток воздуха извне в арену. Тем самым у нас будет на арене создаваться микроклимат. Объект по площади 6 на 12 метров. Небольшой, но технически достаточно сложный. В специальной ванне снег будут топить под напором горячей воды, а после она будет утекать в канализацию. Кстати, объем воды огромный. Во время заливки льда машина делает около 8 кругов. За это время комбайн нарезает около 1 кубометра снега. За весь день получается примерно 10-12 кубометров. Строительство идет по плану. На полную установка заработает к началу нового хоккейного сезона. Кстати, она позволит администрации Ледового дворца не только содержать территорию в чистоте, но и сэкономить средства, которые ранее тратились на вывоз снега. Александр Халин, Булат Абдульманов, новости НТР. Смотрите наши новости не только по телевизору. Круглосуточная трансляция канала идет на сайте ntr-24.ru. Там же максимально оперативно обновляется новостная лента, есть и мобильная версия сайта. В этом году исполнилось 80 лет со дня подвига Никиты Фадеевича Кайманова, нашего земляка, получившего звание Героя Советского Союза. В 1941 году он вместе со своим отрядом 19 суток отражал многочисленные атаки противника. Нижнекамцы почтили память земляка. Памятник на родине героя в селе Прости. Рядом символичный пограничный столб. Мемориал с именами бойцов отряда. Каждый год ветераны пограничных войск и местные жители собираются здесь, чтобы почтить память Никиты Кайманова и возложить цветы к бюсту героя. Исполняется 80 лет подвигу Никиты Фадеевича Кайманова. Один из самых первых, кто получил это высокое звание Героя Советского Союза на той страшной войне, защищая наше отечество, нас с вами. А это уже музей Никиты Кайманова, который находится в 9-й школе. Впервые он открыл свои двери в 75-м году. Сегодня в музее представлены десятки экспонатов. Личные вещи передавала вдова Александра Васильевна. Многое собирали ученики школы за 13 экспедиций в Карелию, Москву и село Прости. Это личный дневник Никиты Фадеевича Кайманова, который он вел во время оборонительных боев. И на первой же странице мы видим надпись: «Выехали на вторую погранкомендатуру. Настроение у всех приподнятое и тревожное. Выдумки, вражеские слухи». Родился Кайманов в 1907 году. В 1940 году был назначен начальником отделения боевой подготовки 80-го погранотряда Карело-Финского пограничного округа. В июне 41-го на карельской границе 19 суток с отрядом отражал многочисленные атаки противника. Получив приказ на отход, отряд прорвал кольцо окружения и, пройдя по болотам и лесам 160 километров, соединился со своими. Никита Фадеевич, уроженец села Прости, это первый уроженец Татарстана и первый советский пограничник, удостоенный звания, высочайшего звания в нашей стране, звания Героя Советского Союза, в самом начале войны. По тем меркам это была крупная награда, ведь за первые полтора года войны только 126 человек в стране были отмечены званием Героя Советского Союза. Сегодня в честь Кайманова назвали улицы в Нижнекамске, селе Прости и других городах страны. Установлены бюсты и мемориальные доски, одна из которых в Москве, где жил Никита Фадеевич. Герой Советского Союза ушел из жизни в 1972 году. Айрат Зарипов, Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. В Нижнекамском районе можно будет сплавляться на байдарках. В ближайшем будущем может появиться новый туристический маршрут. Инициаторами выступили представители студенческого туристического клуба «Акторна». Сейчас специалисты тестируют байдарки. Наша съемочная группа к ним присоединилась.
Байдарка, весла, спасательный жилет и отличное настроение обеспечено. Чтобы изящно рассекать водную гладь, не нужно быть специалистом. Опытные байдарочники научат всему. В этом году мы хотим сделать комбинированный маршрут, когда есть пеший, велосипедный, будут велосипеды, есть водный. Мы вот сейчас, скажем, осваиваем технику. Вот один из способов борьбы с пандемией. У нас на нашей природе выйти, отдохнуть, по-моему, это лето прям нам показало. Нам Краснодарский край как бы с ихними потопами, дождями и рядом не нужен. Студенческий туристический клуб «Акторна» сплавляется уже 4 года. Молодежь занимается научной деятельностью, выигрывают гранты, ходят в походы и осваивают новые тропы для туристов. В этот раз в планах определить маршрут близ деревни Смыловка. В дальнейшем, чтобы жители нашего города, студенты, школьники знали, что мы живем на золоте и могли уже прокатиться по воде и посмотреть, как она красивая, наша Кама, и Волга, и Зай. Энтузиасты даже нашли местную легенду Смыловки. В стародавние времена люди дружили с журавлями и повязывали им на шее колокольчики. Если посмотреть территорию рядышком со Смыловкой, можно увидеть много озер. И вот по легенде это упавшие колокольчики. То есть они погребли под собой врагов, но их было так много. И вот в отчаянном крике Акторна расправляет крылья, бьется о землю, земля разверзается, всех врагов туда вода смывает. Сплав на байдарках станет одним из элементов нового туристического маршрута. Байдарки будут предназначены для неопытных следопытов. Организаторы уверены, людям понравится такой отдых. Тем более, что в наших краях много красивых мест. Сегодня впервые хожу на байдарке. Ощущение классное, дождик, погода замечательная. Конкретно я сегодня пробовала ходить на вот такой вот трехместной любительской байдарке. Управлять ей несложно. Веслом, кстати, тоже, с веслом обращаться тоже несложно. Главное – сноровка и немножко терпения. Так что советую всем попробовать. В июле члены клуба «Акторна» будут выезжать в Смыловку для разработки маршрута. Совсем скоро у нижнекамцев появится возможность отправиться в новый турпоход. Светлана Шумкова, Рафаэль Ракипов, новости НТР. Это была наша смелая Светлана Шумкова. Ну а мы продолжим. 10 миллионов гостей за 20 лет работы. Макдональдс в Нижнекамске отмечает свой 20-летний юбилей. За это время он стал любимым местом отдыха с безупречной репутацией. Танцы, песни, веселые аниматоры, конкурсы и, конечно же, призы. Яркий праздник, подарок от Макдональдса нижнекамцам в честь своего 20-летнего юбилея. Самое главное для нас – это наши замечательные гости, жители нашего города, которые в течение 20 лет приходят за вкусными бургерами, картошкой фри и хорошим настроением. И эта любовь взаимна. Макдональдс всегда был и остается одним из любимых заведений горожан и гостей города. В день здесь обслуживается более 2000 посетителей. За 20 лет в гостях у нижнекамского Макдональдса побывало 10 миллионов человек. Там очень вкусно и всегда весело. Я очень люблю туда ходить. Макдональдс большое внимание уделяет благотворительности. За 20 лет компания инвестировала в экономику города 90 миллионов рублей. Отдельно хочется отметить вашу благотворительную деятельность сети Макдональдс, которую вы проводите. И действительно, главное для вас это люди. Сколько добрых проектов было сделано? Добрых проектов впереди еще много. Компания Макдональдс благодарит всех своих друзей за доверие и любовь. А их очень много. Аншлаг на сегодняшнем празднике это доказал. Кажется, я знаю, где сегодня поужинать. А на сегодня это все. Смотрите далее прогноз погоды на предстоящие дни. Я же с вами прощаюсь. Будьте здоровы и не забудьте вакцинироваться. Во вторник, 6 июля, в Нижнекамске ясная погода. Температура воздуха днем плюс 24 градуса. Ветер северо-восточный до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. В среду погода останется без изменений.